Всем привет, котята, меня зовут Лана, и сегодня я решила сделать скин Барби. Потому что выходит фильм про Барби, в котором играют Марго Робби и Райан Гослинг, очень классный актерский состав, и, в принципе, довольно интересная тема. У меня весь ТикТок в Барби, у кого тоже, напишите в комментарии. Так вот, сегодня мы будем делать Барби. И поскольку Барби только и делает, что переодевается, скорее всего, скин у нас будет не один. Но для начала нам нужно сделать базу. И знаете, я долго думала над тем, какую бы сделать базу для нее. И давайте для начала выберем вот эту вот. Да, ребят, я думала над тем, что можно было бы сделать Барби такой именно высокой, настоящей, ну, вы поняли, примерно такой 3D-шной, но, к сожалению, мне кажется, это будет невозможно, потому что очень мало одежды 3D-шной, которая подойдет для вот такой вот высокой куклы, ну, вы понимаете, более человекоподобной. Поэтому будем основываться на теле вот таком вот женском, и на всякий случай я взялась сюда мужские ноги, потому что оно выглядит так немного как будто бы получше. Ну, в общем, если что, это все меняется. Итак, первое, что я хочу сделать, это взять другую голову. Я очень редко ее использую, но сейчас, мне кажется, как раз время пришло. Итак, среди классических голов вот это стоит 75 робоксов. И знаете, мне кажется, для этого скина она подходит как ни для какого другого. Да, женская голова тоже довольно неплохая. Здесь ее, кстати, нет. Она у нас из персонажей берется. Тоже, в принципе, похоже на Барби, но меня смущает вот эта слишком срезанная голова сверху, поэтому мы возьмем вот такой вариант. Да, это стоит 75 робоксов, но у меня эта голова уже есть, так что кто хочет, тот покупает, кто не хочет, тот не покупает. И теперь приступим. Я думаю, что начать стоит с лица. Для лица у меня тоже есть одна идея. Можно, конечно, выбрать среди аксессуаров и голов какой-нибудь макияж. Наверняка здесь будет целая куча похожих на Барби, но поскольку я уже взяла вот такую вот голову, я хочу взять еще и особое лицо, а именно вот это, да, оно мне очень нравится, и здесь оно будет смотреться немножечко странно, то есть из-за этого лица глаза как будто разъезжаются в стороны, но мне кажется, с прической это будет смотреться, ну, очень здорово. Итак, я уже говорила, что у Барби очень много разных костюмов, поэтому начнем мы с того, который сейчас в виде куклы и продается благодаря фильму, его сделали, в общем, он так и называется, Барби Муви. Он довольно неплохой, по-моему, Марго Робби довольно много в нем в кадре появляется, в общем, выглядит он вот так вот. Итак, что нам нужно для того, чтобы это сделать? Ну, конечно же, одежда. И давайте попробуем поискать среди обычной классической одежды Барби Муви. Я думаю, что что-то нам попадется. Ага, вот такая вот штука, но здесь немного другое ожерелье. Ожерелье у нее было с довольно-таки крупными ромашками. И вот, кстати, вот это платье больше похоже на то, что мне нужно, но мне кажется, его мы как раз-таки среди 3D-одежды и поищем. Так вот, а в другой сцене было похожее платье, но там были уже ракушки. Поэтому, раз я хочу сделать идеальный костюм, мне нужна идеальная база. Знаете, вот сейчас, надев вот эту одежду с вот этой обувью, мне кажется, что ноги все-таки крупноваты. Но ладно, давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. Я точно знаю, что где-то среди 3D-одежды есть похожее платье. Я его уже видела. Только что оно мне попадалось в другом цвете, но я ищу именно в розовом. Или в таком ли... О! Вот таком цвете. Ребят, это реально это платье просто один в один. Ребят, даже ремешок точно такой же. Мне интересно, это платье сделали в Роблоксе после выхода фильма или же все-таки до? Иначе это просто идеальное попадание. Так, ну что, теперь нам нужна прическа, потом перейдем к аксессуарам. И знаете, мне понравилось искать по поиску кукла. Так что давайте искать здесь, но подпишем, что нам нужен блонд. Потому что Барби у нас
нас блондинка. О, смотрите, какая классная прическа, но здесь была немного не она. А в этом конкретно образе у нее немного собранные волосы, что-то типа хвоста, и там еще бантик. Но сейчас будем искать. Вот это немного похоже, но несколько странно выглядит. И бантик у нее, кстати, розовый. Тоже вполне прическа в стиле Барби, мне нравится, как это выглядит, но мы ищем идеальную. Ребят, кажется, я что-то нашла. Смотрите, бантик есть, прическа очень похожа, и это выглядит... Мне нравится, как это выглядит, смотрите, прям очень классно. Ребят, я думаю, что, наверное, именно эта версия у меня останется. Я не очень хочу собирать отдельно прическу, отдельно искать бантик, а это выглядит прям как то, что нужно. Так что осталось добавить всего лишь немножечко аксессуаров. Здесь у Барби сережки с ромашками и ожерелье с ромашками. По-моему, браслет у нее тоже с ромашками, в общем, сейчас будем искать. Случайно попались в аксессуарах вот такие предметики, это тоже из фильма. Возможно, мы сделаем эти скины с вами, но я не уверена, потому что мне кажется, даже на все мои задумки сегодня времени не хватит. Итак, давайте искать ромашки. Опа, сережки сразу нашла. Есть еще... А, это не сережки. Ну, в общем, только один вариант вроде бы сережек. Есть еще вот такие, но, кажется, у нее они немного крупнее. И, к сожалению, с ожерельем пока что не выходит, ребят. Но я думаю, что мы можем заменить его вот такими жемчужинками. В принципе, пойдет. А еще, мне кажется, нужно другое платье и... Видимо, каблуки придется поменять, потому что здесь какие-то надписи по бокам. Вообще мне не нравится, как выглядит. Я думаю, что выберем вот это платье. Туфли, в принципе, подходящие. И осталось решить, будут у нее такие ноги или немного потоньше, которые женские. Я бы, наверное, все-таки взяла женские и добавила ей какую-нибудь анимацию. И мне кажется, сюда лучше всего подойдет вот это. Мне не очень нравится ходьба в ней, она слишком прыгучая. Так что я оставила бы только вот эту позу, где она стоит, ну и немножечко машет руками. Ну что, ребят, остается только добавить сюда браслетик, но я думаю, что это не самая обязательная вещь. Вот такой вот скин у меня получился. Стоит он 682 робокса, но здесь есть довольно дорогие предметики. Так что можете сравнить, насколько он оказался похож с оригиналом. А мы его сохраняем и переходим к следующему. На самом деле следующий скин будет делать легче, потому что я просто сниму все вот эти вот основные предметы для этого скина и найду только одежду, которая мне понадобится для следующего. Лицо, я думаю, оставим такое. Итак, я бы очень хотела сделать классический скин Барби из 1959 года. Это был вот такой вот купальник. К нему идут крупные серьги и очки, ну и каблуки тоже. Кстати, очки мне уже случайным образом здесь подсказывают, очень похожие на эти. Я их отмечу, но, возможно, поищу еще. Давайте начнем с купальника. Я не уверена, что по запросу Барби 1954 что-то найдется, но я очень надеюсь. А, видимо, все-таки нет. А, ребят, секундочку, так вот же он находится по запросу Барби Муви. Вот примерно такой, но мне кажется, что, возможно, я могу найти что-то получше, потому что, ну, он тут смотрится немного не так. Ребят, вы не поверите, я нашла его среди 3D-одежды, посмотрите, и он очень-очень классный. Практически один в один то, что мне нужно. И еще здесь каблуки. Кстати, каблуки, я думаю, что мы можем поискать тоже здесь. Посмотрите, какие шикарные. Это прям то, что нужно. И этот купальник. В общем, мне пришлось еще невидимую сюда одежду надеть. На самом деле, лучше надевать какой-нибудь купальник, потому что, скорее всего, ее удалят из Роблокса, но я взяла ее. Все-таки стоит 5 робоксов, поэтому можно и так себе позволить сделать. Ну и дальше нам нужна прическа. Здесь определенно винтажный хвост. Поэтому давайте поищем вот как-то так. Вот это очень похоже, но, знаете, она слишком уж какая-то пушистая. Это неплохой хвост, но я бы не сказала, что он винтажный. Вообще нет. Плюс нам нужна челка. Ее, конечно, можно отдельно добавить, но мне кажется, что лучше, опять же, найти целиком то, что мне нужно.
Смотрите, я нашла прическу. Кажется, почти такая же была в фильме, но в другой сцене. Мне здесь нужна не косичка, а хвост, но это я, пожалуй, сохраню. Очень классно выглядит. Итак, ребят, есть вот такая прическа, а есть еще вот такая. И мне кажется, что она, ну, гораздо лучше. Это прям вообще то, что нужно. Посмотрите, осталось найти очки, серьги, и этот скин завершен. Посмотрите, мне кажется, что эти очки очень подходят. Я их тоже сохраню. Такое ощущение, что у классической Барби именно эти очки. Знаете, возможно, я не ошибаюсь, потому что вот это вот словосочетание винтаж Малибу, оно как раз-таки и относится к этому костюму. Ну и серьги вот что-то типа таких. Даже, наверное, скорее вот такие, но это уже детали, ребят, посмотрите, как классно выглядит этот скин. Да, меня все еще смущает ее походка. Давайте ее немного поменяем. Не знаю, стоит ли добавлять вот эту анимацию, но мне кажется, она как-никак подходит Барби, у которой как раз-таки ножки и не гнутся. Слушайте, не знаю, как вы, а я очень довольна вторым скином, который у меня получился, и давайте его сохраним. Обойдется он, кстати, аж 880 робоксов, а что здесь такого дорогого, простите? А, ну я добавила вторую анимацию, но и почему-то не сняла дополнительные волосы. Но кажется, как будто бы ничего не изменилось. Да, ребят, у меня реально здесь две прически, поэтому хвост выглядит немного странно. Давайте сразу снимем вторую и обновим наш скин. В таком виде он стоит 825 робоксов. Не сильно-то дешевле, хочу вам сказать. Дорого выходит одевать Барби, но мне нравится, как это получилось. Ну и знаете, ребят, хочется добавить еще немного штрихов, и я видела тут такой интересный предмет. Если в аксессуарах написать Барби, то вам выдает вот такую шикарную коробку. Просто посмотрите, как это выглядит. Да, анимация немного меняет, ее можно убрать, но в целом это выглядит, ну, очень круто, как будто бы она здесь и должна быть. Давайте попробуем еще другой скин сюда запихнуть. Вот он наш первый. Кстати, здесь бы я тоже убрала эту анимацию бега, заменила бы на другую, потому что мне кажется, она будет лучше выглядеть. Но давайте посмотрим на нее в коробочке, и вот как так. Убрала все анимации, чтобы мы видели, как это выглядит просто как игрушка, и мне кажется, очень похоже. На самом деле у Барби целая куча классных костюмов в разных линейках, и если вы посмотрите на то, в каких костюмах была Марго Робби на премьере фильма там в той или иной стране, то вы заметите, что каждый из них повторял настоящий костюм Барби. Это очень крутая штука, и я думаю, что мы сейчас попробуем сделать с вами еще один. Для этого нам нужно все поснимать, за исключением, конечно же, нашей базы. Ну и я бы хотела сделать один из самых новых скинов, вернее, образов Барби. Это Барби 2015 года. Вот так вот выглядит эта самая кукла. Ну и, соответственно, вот так выглядела актриса на премьере фильма. И я надеюсь, что у меня получится найти более похожее платье, которое было у настоящей куклы. Для этого давайте попробуем ввести прям настоящее название этой одежды, и мне просто покажут всю розовую одежду, которая есть в Роблоксе. Какой кошмар. Это не то, что мне нужно. Да, мне кажется, что с этим костюмом, конечно, будет проблемка, потому что я не вижу этого платья. Это же просто розовое платье в горошек. Ребят, секундочку. Кажется, я нашла платье, которое было на Марго Робби. Что, серьезно? Реально, прям это самое платье? А, ну, хорошо, значит, у меня будет то, которое, ну, не у оригинальной куклы, но согласитесь, это тоже неплохой выбор. Далее нам нужны белые туфли на каблуках, и, пожалуй, я возьму только туфли на каблуках, без какой-либо дополнительной одежды, потому что, ну, и так платье выглядит неплохо. Но, к сожалению, с прической мне этот запрос Малибу не особо помог. Здесь мне выдают просто какие-то обычные прически, но я думаю, что даже вот это будет хорошо смотреться. Тем более в этом скине у нее просто распущенные волосы, и нет ничего такого особенного. Можно взять вот эту прическу, можно оставить ту, но вот здесь она, кстати, больше похожа на актрису.
А вот с этой прической, ну, не то чтобы похоже на куклу, но, по крайней мере, она добавляет такого интересного объема. Но, знаете, я, пожалуй, выберу вот эту вот. Да, тут немного прядь заходит за ухо, но, по крайней мере, вот такой косой пробор, и она как будто бы что-то среднее между этими двумя прическами. Ну и дальше нам осталось только подобрать аксессуары. Здесь желтая сумка и желтый браслет. Кстати, вот такие вот еще есть волосики, но... Кажется, они... Не знаю, мне больше нравится прошлая прическа. Вот я вроде уже решила перейти к сумке и браслет, но все еще продолжаю смотреть волосы в надежде, что я найду какие-то идеальные. Все, пора остановиться. И так довольно неплохая прическа получилась. Но вот этот вот перфекционизм вот нужно просто довести до конца. Так, все, уходим. Где аксессуары? И давайте попробуем поискать. Желтую сумку. Слушайте, выбора кажется больше, чем я думала. Какая же похожа на ту, что нам нужна. Она небольшая. Вот это, кстати, вот классно выглядит, но она как будто бы вообще не под этот скин. Не то чтобы большой выбор, я все-таки решила взять вот такую вот маленькую, потому что она больше похожа, опять же, на сумку, которая у настоящей оригинальной игрушки. Но у меня получается такой немного микс. Дальше нам нужны сережки и желтый браслет. Браслет, я думаю, можно взять вот этот со звездочками. Там все равно не сильно видна детализация. Да, он, скорее всего, какой-то просто из шариков, но мне кажется, я не смогу найти идеальный. Возможно, кстати, вот этот больше подойдет. Ну и завершающий штрих — это сережки. Они должны быть вот какие-то типа таких... О нет, это слишком огромные. Давайте возьмем вот эти облачка. Они чем-то похожи на те шарики, которые нам нужны, но подходящих я найти не могу. Итак, ребят, вот наш третий скин готов. Немного странный костюм на этом теле сидит, как будто бы не очень опрятно, не знаю. Но без анимации этот костюм обошелся нам в 580 робоксов. Я не знаю, кто будет это все покупать, но на всякий случай я это сохраняю. Кстати, мне кажется, что этот скин будет, ну, очень хорошо смотреться в коробке. Да, просто идеально, ребят, мне очень нравится. Ну что ж, вот такие вот три скина у меня получились. Я надеюсь, что вам понравились эти образы. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока!